ущелье, смотровая. Кадорское ущелье, смотровая. Больше всего на свете. Я тебе центр Лата покажу. Что, давай прям спустись. Ребят, по ущелью посмотрите наверх. Маленький кусочек речки видно, следующая, вот еще туман и туман, белая точка стоит. Вот это центр Латы. Центр чего? Лата, село Лата было. Вот оно, село Амзара, вот напротив нас. С ума сойти. Раньше здесь люди жили, очень много автобусов даже имели, а сейчас заросло. В смысле, автобус свой имели, до Сухума ходил? На рынок центральный. А как место называется? Кадурское ущелье, смотровая площадка на Кадурское ущелье. Если ты, друг, бывал на туннелях, туда сейчас дороги очень ужасные. Только едут. Я не бывал, но слышал, говорили, кто туда бывал. Туда едут только Урал, идя лазиками, за это мы туда не едем. Кто бывал, говорили, что там надо спецразрешение через туннель. По-любому. Ты приехал, Володя! Кадорское ущелье. И туда водичка в море. И мы после чачи и венца. Девочка, ты в какой зоне сидишь? 18:59. Вип-зоне. Вип-зоне. Панорамка. 18:59, 7 часов вечера почти. Сейчас через минут 30, ну 40 стемнеет. А в горах еще и раньше. Смотровая площадка, такой карниз конкретный. И уже в горах туман вечереет. Облака. Вот. Граница облаков. Кадор. Просим. Вот это видно все. Это наш водитель Лев. Фотографирует девчонок. Так это сахарная головка или ошибаюсь? Лев. Сахарная головка или я ошибаюсь? Или я сахарная голова, сахарная, да. Головка, да? Вот это сахарная голова? Вторая, а! Вторая. Как вы его называете? Сахарная голова? А как? Майром. Ну, товарищи, как женщину называют, так и я. Что мне там? Мне что надо сделать? Вообще-то я не говорю. Добрый врач. Пущай его гладить, садить. Посмотри. Лайк поставил. Вот так. Еще на самом обрыве еще и инжир. Сейчас подожди, не позирую. Я не позирую, мне просто хотелось. И туда в море, просто... Кадорское ущелье. Не надо мне позировать. Ляфе, 7 часов вечера.